вот как сейчас важный момент для авангарда. Попробовать выиграть вбрасывание и провести бросок в сторону ворот, а затем сыграть на добивание. Вот такая, наверное, сейчас задача стоит перед пятеркой авангарда. Медведев, у которого очки в трех матчах подряд, продолжает свою результативную серию. Он обросил от середины линии и завершение за 0,7 секунды. Это что-то невероятное! Авангард делает счет 2-3! То, о чем я говорил, получилось сделать. Франсон успел подключиться, спуститься вниз. Вот смотрим, здесь идет бросок сначала. Кошик отбивает.